Как дела, друзья? Меня зовут Майком, мы продолжаем с вами проходить Kingdom New Lands. И это остров Черепа. Да, у нас день 45-й. 45-й денечек, и буквально только что я слева и справа поставил портальчики. И просто... нечаянно забыл включить запись. Вот. Так, хорошо. Хорошо, мы продолжаем. У нас осталось буквально... уничтожить порталы оставшиеся. Да, какие не скажу. Кто не смотрел предыдущую серию, тот об этом не узнает, наверное. Да? Осень грядет, и в личку мне друзья написали, что нужно уничтожать порталы. Ну, в принципе, я и так знал. Эти большие порталы нужно уничтожать одновременно, потому что они имеют свойство восстанавливаться. Если жадюги эти черные засранцы, сраные, они... будут нас грабить, они будут восстанавливать портал за счет нас. Слушай, там идет нереальная какая-то фигня. Ой, как мне отменить? Подожди. Хорошо. Ладно. Что-то я заговорился, задумался, и да, кучу всего поделал. Поэтому сейчас будет горячо. Кровавая луна. У нас кровавая луна. А черт. А черт. Я просто не помню, насколько еще будет действовать статуя. Лучника. По идее, зарядки на стены хватает, а вот лучники в любой момент могут закончиться. И да, я заметил прикол, что статуя лучников намного быстрее сейчас разряжается. Поэтому... что-то как-то не очень. Так, сколько маманек к нам пришло? Две? Две, хорошо, и мы с ними просто-напросто разделались. Друзья. Теперь. Нам нужно сыграть на том, что должна быть, по идее, после кровавой луны... спокойная луна. Ну, спокойная ночь. Ведь так? Ведь так. Значится, я не буду затягивать. Рискну здоровьем и всем, что есть. Просто всем напрочь рискну. Сейчас мы по бырику с помощью портальчика. Два. Два мостика, третий мостик. Ага, статуя лучницы. И вот здесь у нас статуя. Так, чудно. Делаем вот так. Делаем еще вот так. С левой стороны, кто помнит, у нас намного дальше нужно добираться нашим войскам. Намного дальше находится большой портал. Поэтому нужно войско слева... надо было отправить раньше, чтобы одновременно их уничтожить. Это, конечно, по мере возможностей. И без порталов здесь просто не обойтись. Я знаю, что я в одной из предыдущих серий говорил, что порталы бестолку, но... также, по-моему, говорил, что без них никуда. Потому как... вообще в идеале нужно оставить максимально далеко наши границы располагать. Но так как мы с вами этим не занимались, заправлю и эту статую заодно. Так, теперь мы быра должны переместиться на правую сторону.
и отправить новое войско. Так, хорошо, что черная рамка не появилась. Это очень офигенски. Так, отлично. Денежек хватает. Я думаю, что мы здесь... там пока они будут справляться. Мы здесь разрушим портал. Что очень хорошо. Да, друзья, и по-прежнему баги присутствуют, поэтому... Ну, как-то странно, что я переключился на английский язык. И вроде как багов стало меньше. Ну, то есть, по крайней мере... Как-то немного по-другому это стало работать. Хотя я не уверен, что эта ночь будет спокойной. Если она будет неспокойной, нам просто-напросто надерут зад. И мы не успеем ничего, так как на 55-й день... На 52-й, 53-й, на 52-й, скорее всего, придет зима. Перемещаться быстро мы не сможем. А потому что рожок наш не будет жрать снег. И не будет жрать траву. Красная луна и, видимо, портал уничтожили с левой стороны намного раньше, чем мы сейчас доберемся до этого, да? Черт. Надо реально рассчитать. Так, парни, отбивайтесь как можете. Пожалуйста. Нет, они не отобьются. Сейчас тот портал восстановится, и я здесь потеряю все войска. Черт. Ох. Немного не рассчитал, не успел. Реально. Друзья, надо просто рассчитать время уничтожения справа и слева. Вернее, в нашем случае это слева и справа. Я рискую, конечно. Накидаю им тут. Хотя сутки же будут, да? Значит, нам нужно восстановить наши войска. А восстановить я их не смогу до трех рыцарей. Только до двух. Поэтому это будет печалька. Но как-то надо выкручиваться, потому что 10 дней буквально, или сколько у нас там? 8 дней остается. Не уничтожим, просрем. А мне не хочется просрать. Хорошо, у нас парнище стоит. Еще одного зверпую. Не знаю, придут с той стороны или нет. И хочу посмотреть, вернулись ли наши отсюда. Если не вернулись, то я просто-напросто их... Хотя, по-моему, флаги были, да? Ну, штандарты вроде висели. Да, они возвращаются. Отлично. Вот сейчас было бы неплохо, если бы наши войска вот здесь немножко поковыряли с правой стороны, на подходе буквально к нашим стенам. Чтобы я мог завербовать сразу же, как говорят, не отходя от кассы, новых рыцарей на правую сторону. Ага, двое идут. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Так, солнышко взошло. И, к сожалению, мы не успеем за это время... А, ночь, кстати, да. Окей,
ночь так ночь. Хотя у нас один рыцарь здесь остался, да? Сколько у нас тут рыцарей? Один? Один. О, черт. И я нарвусь, конечно же. По-моему, сутки у нас есть на то, чтобы уничтожить второй. Ну, до восстановления, получается. Было бы шикарно сейчас выступить и покончить с этим. Но, к сожалению, день 48-й. Один рыцарь еще подтягивается, это хорошо. Но нам необходимо заправить... Заправить статуи снова. И тогда заново выступать. Ох, может быть, ковырянием, друзья. Наше положение. Да-да-да. Причем таким некислым ковырянием. Ой-о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 й. Сейчас восстановится портал. И придется заново как-то рубить, мочить. Вообще, по идее, можно дождаться очередной кровавой луны, отбиться. Но нет гарантии того, что выживут все наши войска хотя бы. При обороне. Поэтому либо сейчас, либо никогда. Я попробую, конечно. Ну, то есть... Ах. Попытаюсь. Опять кровавая луна, что ли? По-моему, да. Или это восстанавливаться будет портал? Может быть. Вот этого нюанса, к сожалению, я пока не знаю, друзья, не в курсе. Вы, скорее всего, уже да? Что нет. Два лука, наверное, закину. Нет, нормальная ночь. Хорошо. Значит так, статую мы заправили. Сейчас отбиваем эту атаку и сразу после них отправляемся направо. Я пойду с ними. Мне необходимо контролировать процесс. В крайнем случае накидаю. День 49. Да?
По-моему, да. В крайнем случае, я смогу накидать там монет каких-то. Давай, ребятки, я вас тут подожду, пока отдохнем с рожочком. Мы с рожочком. С черными засранцами. С рожочком. Давай, ребятки, чуть-чуть буквально осталось. Я надеюсь, что за это время не восстановится тот портал. Если восстановится, нам надерут зад слева. Так, ну давай, ребята. Мочи, ребятки. Хорошо валит, так динамичненько, смотри. Это классно. Блин, да сколько еще? Давай. Давай быстрее, пока тот не восстановился. Поторопись-ка, иначе нам будет поторокака. Давай. Я 49-й день. Отлично, еще куча бабла. Тот не успел восстановиться. И что это за штука? Слишком темно, и я не вижу, что это за штука. Какая-то крутящаяся штука. Упала. Окей. Странно, почему он не подсвечивается, но я продолжу, наверное. Будут ли какие-то изменения дополнительные нам? Вот что меня интересует. А по-моему, нет. И да, конечно, я на третий остров пошел и без войска, без ничего. Вообще совсем. То есть по третьему кругу получается, что ты без ничего. Лучше, конечно, со второго хотя бы начинать, чтобы дальше двигаться. Хе-хе, прикольно. Привет, собачка, давно не виделись. Реально давно не виделись. Так, здесь портал. Как всегда, рожок устал. Мы можем сейчас его просто-напросто сменить. Но мне не хватит денег. И на самом деле, друзья, я на этом, наверное, закончу. Потому что мы с вами выиграли. Вылетела какая-то фиговина непонятная. Я не знаю, что это такое. Пожалуйста, напишите в комментариях. К сожалению, было слишком темно, чтобы я рассмотрел, что это такое. Она долетела до нас и грохнулась на землю. Или на землю. Поэтому я, короче, не знаю, что это такое. Вот. И все сначала. Снова. Бесконечный режим называется.
Хорошо, друзья, ссылку на плейлист найдете в описании под видео. Там вы также сможете найти прохождение полностью Kingdom New Lands и выживание отдельно на 5-м острове до выхода этого DLC. Мы с вами выживали. Кто призабыл. Спасибо, что смотрели. Что были рады и ожидали новых видео по одной из наших любимых игр, да? И я жду вас в других видео, в других прохождениях. А пока. Пока.